Друзья, всем добрый день! Сейчас снимаю пассифлоры Ди Стефано Перу, именно те, что у меня готовы к продаже. Черенков будет очень много, но сейчас я сделаю видео именно по тем растениям, которые готовы к переезду. Так, первенство выбора будет за Дарьей, то, что Дарья забронирует. Те растения поедут к ней, остальные будут свободны. Сразу озвучу цену, ну и пропишу, естественно, в посте, в группе ВКонтакте и в объявлении в своем. Так, ну что, давайте. Значит, у меня готовы к продаже 5 растений. Пронумерованы только стаканчики, то есть 4 растения в стаканчиках и 1 растение в горшочке. Давайте начнем с номера 1. Постараюсь вкратце рассказать, но подробно. Значит, вот этот вариант под номером 1. Вот посмотрите, шикарная корневая. Прямо уже там вылезла из стаканчика. Значит, цена у него дороже, чем у остальных. Почему? Потому что у данного черенка 5 точек роста я насчитала. Но по факту я цену на него снизила на самом деле. Он сначала был 1500, но я цену снизила, потому что по факту он тянет пока что только одну точку роста. Вот смотрите, здесь у него 1, 2, 3, 4, 5, да. Значит, вот одна маленькая, вторую он тянет. Третья вот это вот рядом. Вот третья. Четвертое и пятое, 5 точек роста. То есть при хорошем освещении, при хороших подкормках это довольно-таки будет перспективное растение в плане пышности. Ну, опять же, сложно загадывать. Я думала, что она вытянет все 5 точек роста. Но вот видите, растет только пока одна, а вот это вот пока... Остальные в каком-то зачатке находятся. И вот тут вот что-то вот пока... То ли формируется, то ли пока вот она думает. То есть тоже, видите, вот не все так сразу. В общем, номер 1 стоит 1000. Все. Так, естественно, если она вытянет, если ее никто не заберет в ближайшую неделю, и она пойдет хорошо в рост, цена будет, естественно, тоже расти. Также по остальным черенкам. Так, номер 2. Пока по стаканчикам пройдусь. Номер 2. 600 рублей пока что. Тоже смотрим корневую. Так, ну, у номера 2 одна точка роста. Ну, довольно-таки красивое растение. Готовое к переезду. А, да, листики вот еще покажу на фоне руки. Вот такие вот. Вот такие листочки. Так, значит, номер 2 600 рублей. Номер 3 тоже 600 рублей. Пока что. Такая вот корневая номера 3. И тоже цена будет расти, если его никто не заберет в ближайшую неделю. И по мере роста и развития растения цена будет тоже расти. Но сразу хочу успокоить, растение растет не быстро. Именно это пассифлора, поэтому цена там через неделю маловероятно, что взлетит. Так что неделя на раздумье точно есть. Так. Ну что, номер 3. И вот очень тоже перспективный черенок под номером 4. Тоже 600 рублей, но у него 3 точки роста. Вот видите, 1, 2 с листочком маленьким, и 3 он вот уже украсил вот так. Тоже очень красивые листики. Вот такой лист крупный. Ну, в моем понимании, все-таки это листья крупные. И мне чем нравится этот вид пассифлор, тем, что она очень плотно их располагает по стеблю, не растягивает их.
Так, корневую, да, еще не показывал, не показал. Номер 4 корневая. Ну, она у них у всех хорошая. Я то, что плохо укоренено или не пошло в рост, обычно не выставляю на продажу. Так, вот такой номер 4 красивый. Ну и по-прежнему у меня еще пока продается растение в горшочке. Номер 4 я сказала, да, что тоже пока 600 рублей. Так, и растение в горшочке стоит 1000. Листья по сравнению с ладонью. Потому что многие говорят на видео, все кажется таким маленьким, а на деле оказывается, что все довольно-таки не маленькое. Так, ну в горшочке я сказала, да, что стоит 1000. В горшочке, сразу говорю, полив очень аккуратный, только по требованию. Вот, все, друзья. Кто заинтересовался, пишите. Фото еще сделаю всех вместе, чтобы было все наглядно видно и понятно. Ну, все, друзья. Всем спасибо за просмотр. И до встречи на страницах моей группы. Пока-пока.